Опять отвечу на комменты. Кто-то там написал под видео. Это просто видео. Понимаете, просто. Что-то там, типа, я уже не помню. Что-то типа, это ты про развод? У меня не закрывается. Друзья, он давно назревал этот развод. Да, я развелась. Я не скрываю этого. Я не плакаю. Я не печалюсь. Наконец-то. Наконец-то этот развод произошел. Я начала жить с нуля. Мне не страшно было. Мне было наоборот в радость. Я начала жить с нуля. Понимаете? И кольцо на пальчик мне другие одевают. Это не о бывших, а о прошлых отношениях. Это просто клип. Сейчас я имею возможность, я свободна. Не свободна, но в принципе свободна от кого-то. И я имею возможность выбирать, что мне в своей жизни нужно, кто мне нужен, как мне нужен. И это клёво. Сказать, что да, там муж что-то там забрал после бывшей, после развода. Да, он все забрал. И свое, и не только. Блин, но меня это не напрягло. Потому что я имею больше. А если ему эти крупицы понадобятся, я только буду рада. Слава Богу. Пусть живет и радуется. А я живу и радуюсь отдельно. И я не скрываю. Мне хорошо.